Итак, сейчас залили BG-109. По инструкции необходимо 15-20 минут дать двигателю поработать на оборотах 1200-1500. Значит, из выхлопной трубы, ну, не знаю, выйти не могу, один, но дым идет. Дым идет такого какого-то беленького, бело-синего, я бы даже сказал синего, наверное, все-таки. Давайте стекло опустим, посмотрим повнимательнее. Нет, белый цвет. Значит, сейчас поработает и посмотрим, что будет дальше. Хочу сравнить работу, значит, двигателя. Вот сейчас мы уже поработали около 10 минут на бежишке. Сейчас я чуть добавлю оборотов. Стрелка у меня изначально прыгала. Сейчас тоже прыгает, но посмотрим, как она будет вести себя после замены. Значит, давайте еще раз посмотрим, что у нас там с выхлопной трубой. Выхлопная труба дымит. Итак, прогрели. Поработал двигатель у нас 15-20 минут на оборотах 1200-1500. Сейчас решил еще минут 10 погонять просто на холостом ходу. Вот, посмотрим. Стрелка вот сейчас, по крайней мере, до этого я ногой держал. У меня стрелка прыгала немножко. Сейчас же я отпустил. Стрелка стоит мертва. Тахометра.